сегодня свой старт взяла республиканская профилактическая акция госавтоинспекции «Сохрани себе жизнь». Она проводится в целях минимизации дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием в них пешеходов, велосипедистов и возчиков. Сотрудники ГАИ предупреждают об усилении надзора за дорожным движением, прежде всего в зоне нерегулируемых пешеходных переходов. В целях минимизации негативных тенденций в сфере безопасности дорожного движения, повышения эффективности работы органов внутренних дел по устранению причин и условий дорожно-транспортного травматизма, отдел госавтоинспекции Лидского РОВД с 18 по 28 октября будет проводить республиканскую профилактическую акцию «Сохрани себе жизнь». С начала текущего года в целом по республике снизилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых участников дорожного движения. Однако из 109 смертельных дорожно-транспортных происшествий в 82 случаях пешеходы погибли в темное время суток. Как показала проведенная неделей ранее отделом госавтоинспекции Лидского РОВД профилактическая акция «Пешеход будь заметным в темноте», не все граждане Лидского региона знают и выполняют требования правил дорожного движения. Для этого сотрудники милиции и общественной безопасности Лидского РОВД будут проводить профилактические беседы в трудовых коллективах, учреждениях образований на тему профилактики дорожно-транспортных происшествий с категорией уязвимых участников дорожного движения. В свою очередь, сотрудники отдела госавтоинспекции Лидского РОВД будут дежурить на нерегулируемых пешеходных переходах для выявления и пресечения нарушений со стороны водителей и пешеходов. А в темное время суток будут проведены рейдовые мероприятия по отработке автомобильных дорог нашего региона.